самолет ведущего канала НТВ «Сезна» потерпел крушение в районе Новорязанского шоссе у поселка Томилино вечером 7 ноября. Вместе с ним на борту была спутница Наталья Климова. Оказалось, что 33-летняя Наталья была женой крупного финансиста Максима Климова. В 2013-м мужчина стал единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc. 47-летний Климов присутствовал на опознании тела жены. На процедуре он указал, что живет в Москва-Сити, хотя в одной из соцсетей городом его проживания отмечен Лондон. Известно, что финансист в 1999 году окончил Кембриджский университет, где изучал экономику. Потом начал работать с крупным инвестиционным банком Goldman Sachs. Никакой информации о том, какие отношения связывали Колтового и Климову, пока нет. Александр был опытным пилотом, но в ходе рокового полета в Рыбинск возникли неполадки. Телеведущий успел сообщить о проблеме в аэропорт Внуково, а потом стал уводить самолет от проезжей части, чтобы не рухнуть на поток машин. По предварительным данным, причиной крушения стал отказавший двигатель летательного аппарата. При ударе об землю самолет загорелся. Спастись пассажирам не удалось. Знакомые Колтового также утверждали, что он хорошо держался за штурвалом. Саша хорошо летал. После трагедии мы списывались с его инструктором. Тот сказал, что вопросов, будто Колтовой с чем-то не справился, не могло возникнуть. Саша столько раз отрабатывал посадку с выключенным двигателем, штопор, совершал другие манипуляции, что в его профессионализме никаких сомнений нет, говорила пилот Юлия Крылова.